В рязанских дворах можно заметить рабочих с бензопилами и специальным оборудованием. Это бригада «Валки». Как несложно догадаться из названия, они занимаются тем, что спиливают аварийные деревья. В большинстве своем это ясени. В 2019 году эти деревья поразила опасная болезнь, которая сам ясень полностью истребляет. Наши работы проводятся ежедневно. Бригада «Валки», она аварийные деревья, которые просто сами падают, а также те, которые комиссией признаны аварийными и подлежат уничтожению. В большинстве своем такие аварийные деревья располагаются в микрорайонах, построенных в 50-х, 70-х годах, говорит Елена Трошина. Актов на аварийные деревья составлено много, и работы идут постоянно. Стоит отметить, что любой рязанец может обратить внимание дирекции благоустройства города на аварийное дерево в своем районе. Для того, чтобы спилить или опилить деревья, необходимо обратиться письменно в управление благоустройства города. При управлении есть специальная комиссия по обследованию зеленых насаждений. Выезжает комиссия, осматривает это дерево, принимает решение. На основании этого решения дирекция благоустройства проводит работы. Помимо валки деревьев, ежегодно проходят и другие работы, такие как опиловка деревьев, поднятие крон. Это когда поднимают нижние ветки деревьев, которые закрывают дорожные знаки, светофоры или бьются в окна домов. В период сокостояния дерева, когда температура устойчиво будет ниже нуля, проводят формовочные обрезки. Такие работы можно заметить в центре города, когда на деревьях убирают большие ветки и делают декоративную форму. В дальнейшем все спиленные ветки вывозят на специальную свалку для приема кустарниковой растительности, где их перерабатывают в древесную мочу. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».